Давайте, потому что тогда было такое время, когда бы там, допустим, сказали, министр спорта, да, позвонил бы и сказал, все гадные. Да, а тут как бы борьба, да, а вдруг он не годен, как в Тольятти, да, и до сих пор дрожал. Умер спортсмен, и все. Кому, кому? Ты что, не знаешь, кому? Ты тот, знаешь, поставь костюм, да не клади. Поэтому это не сделали. А мы не отобрали. Рано мы убрались, тарелки под рак. Нам и холодные, да, здесь да я их не умею есть, не надо. Давайте мы подсесим. Горячий, не горячий. Мне лучше уху покрывать. Алло. Я тоже горячий. Я не хочу. А, там надо поднять тарелочку. Все плавает. Еще? Да. Кому рак? Чтобы не накапать. Вы будете рак? Да. Мы ничего не съели. Все, нас покормили вообще. А еще ухо.